Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам, как я дорабатывал свой стружка-сборник Delta. Как вы видите, барабанный фильтр очень сильно загрязнен. И вся эта грязь собралась, наверное, за полмешка буквально. То есть я ее не обтрясывал с помощью вот этих лопаток, а специально решил посмотреть, как быстро он забьется. Вот видите, даже есть большие стружки там. Я пока его полностью почистил, на улице вытряс. Такая мелкая пыль, конечно, там осталась, но это ничего. И буду делать вот подобный конус. Это называется система Vortex. Ее Jet разработал. Буду делать точно по их чертежам. То есть 16 дюймов диаметр, 5 дюймов высота. И покажу вам, как я сделал это. Сначала нужно сделать выкройку. Поправка 46 сантиметров. Сначала там игрался с газетами, и вот примерно сделал все как надо. Потом мы вырежем примерно такой кусок, 14 сантиметров. И надо будет заклепать вот в этом месте. Тогда у нас получится точно то, что нам нужно. 16 дюймов или 40 сантиметров диаметр. И 5 дюймов высота. 12,5 сантиметров высота. Немножко надо оставить нам будет для того, чтобы заклепывать. У меня был алюминий кровельный. Сверху он был немножко облицован медью, но это не важно. Легко режется довольно. Потом я буду использовать технологию Ивана Баева. Оставлю ссылку на его видео, как он делал антиконус на свой самодельный дружка-отсос. Завальцевал край, всякий случай. Вообще, стружка-сборники Delta и Jet абсолютно одинаковые, как два близнеца-брата. Поэтому буду делать точно по чертежам Jet'а и ставить точно такое положение, как поставил его Jet. Видите, будет небольшой нахлёст. Был у меня кусок алюминия, сделал такую несущую. Здесь поставил на болт с шайбой, а здесь установил на саморезы. И очень даже прочно держится. Попробовал рукой, не двигается абсолютно. Покажу сейчас, как пыль заходит в пылесборник. Как видите, там стоит антиконус, а сверху конус. Вот она вращается и начинает сыпаться вниз. Тут обратно уже не может возвратиться. Таким образом она и работает. Поэтому скользит. Сыпается, и назад его противоконус не пускает, эту пыль. Ребята, первое испытание. Поехали. Настал час X. Будем проверять, что у нас вышло. То есть мы видим то, что в принципе мы и оставили. Там видно, ничего не забилось. Какая-то мелкая пыль, может, попала, но ничего хуже не стало. Что и требовалось доказать. Потому что в прошлый раз вот это вот все забилось примерно вот с этого полмешка. Все поставил на место. Все готово к действию. Очень доволен результатом. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания.